Диакона Гербова. Они никогда не сидят вдвоем на одном человеке. Никогда. Ты первый в жизни. По одному приходят, но вдвоем никогда. Турите гласи. Это ничего сложного нет. Практикуйте. Да, скажи конкретно какие-нибудь действия. Вот можешь сказать какие-то конкретные? Посыкиться. Самый первый этап. Самый первый этап. Самый первый этап. Первый этап. Особо беру. Мана говорите. Мажи кальбеките. Постарайтесь отключаться от других как можно побольше. Отъюнгти на киту, как можно больше. Старайтесь находиться в уединении, как можно больше. Старайтесь находиться в тишине, как можно побольше. Будьте тилоя, как можно больше. Это не трудно. Ты не сумку. Пожалуйста, на меня так не смотрите, как будто я вас просил, как будто идите пешком отсюда до Ташкента. Ташкента пешком. Это сложнее. Ты сюда тягешь. Ничего трудного. Никакого сумки нет. Ну, когда ты родился в семье, там дети, семья, все равно это сложнее. Я вам не говорю, чтобы вы не должны заботиться о себе. Я не говорю, что вы должны бросать свою жену, мужа, детей и уехать в Гималай или в Гималай. Нет. Вы должны иметь четкое расписание. Вы должны найти время для себя. Не найти время для себя. Это непростительно. Не рыбать, не расти лейко сау. Четко говорите, мне нужно такие-то, столько-то продукты. Хорошо. Раз в неделю, два раза в неделю, или три раза в неделю я пойду в магазин в это время и снабжу. Приготовлю пищу, оставлю. Дома никого нет, просто буду сидеть, допустим, в этом месте, выключу свет. Никого не рад на мне, ты все сидишь. Поджигаю лампочку или там свечку и, у свами. И швеса, и уждемся жваки. Молча сидишь. Или сидишь. Ничего не говорю я вам. Разве я вам говорю, изубрите веды. Аж некого не сказал. Изубрите Бхагавад-гиту. Изубрите Коран. Ар Коран, ар Библия. Ничего не говорю. Аж некого только не сказал. Сидите молча. Сидите ледами. Это сложнее, чем учить Коран. Ой, как легко сидеть молча. Ты рассудки у меня будет Кораном. Один раз начнете сидеть в этом состоянии, вам вообще не будет желания отвечать на телефон. Юм еще здесь снова сокинете телефоны. Вам вообще не будет желания даже вставать из этого состояния. Юм еще не будет снять нора, еще это что с бусом. Попробуйте. Поводите. Начинайте же. Почему вы подразумеваете, что это очень трудно? Поделать голову это к этой сумку. Кто вам сказал это трудно? Кто сюда поставил к этой сумку? Это опять невежество. Ты потерянешь маниму. Ум говорит трудно. Ум вообще потому, что он брода твой начальник. Брода стал сумку. Ты видел то, как брода стал вершинника. Ум твой начальник сегодня. Брода стал вершинника еще нет. Сиди спокойно. Сиди окремей. Любой пост. Не надо обязательно. Да сколько я позже. Я буду знаю, что позже. И даже в таком позе. Спокойно. Галер, то все позже. Рами. Позже, рами. Спокойно. Рами. Меньше движения тела. С вами очень красиво говорит. Важе хуно юдесю. Тело это стакан. Слабость ты сильный сам. Это вода в стакане. Хуно стей стеклиня. Чем больше будет двигаться штакан,
коли тем буде щитатися і багтатися воду внутрі. То довгий ур воно людей стекліне. Сиди спокійно. Сиди в траві. От і все. І рвіскас. Какая проблема? Кур проблема? Жена, муж говорит, жена приготовь мне вот это, вот это, вот это. Жена Вира, говорит, сако, столько работы. Погабик та, трудно. Жмона, сако. Сейчас я говорю, вообще не работай, сиди спокойно. Добро, и это тоже трудно. Сиди, крови не понятно. Что это за проблема? Говорю, работай, то трудно. Вообще не работай, сиди, тоже трудно. Удивительное существо человека. Я иду кейс. Не угодишь его. Кейс от бути без рожмоля, с ней тикси я. Что бы ты ни сделал, он не дал. Как ты не отдарись, и все не потянет.